Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. И сегодня у нас очередной челлендж. У нас рубрика «Папа vs мамы». И мы продолжаем играть в игры. Сегодня у нас Scream Go Hero. У нас же была как-то игра Chicken Scream. Надо было кричать. Сегодня мы будем кричать, только у нас будет такой маленький ниндзя бегать. Не курочку поставил. Давай так, кто проигрывает? Ведет себя как ниндзя. Тут целый час. Бегает там, приемы отрабатывает, прыгает. Но давайте так, справедливости ради, я начинаю. Сегодня начнет мама. Мама начинает. Что делать? Потом будет папа. Ну, то же самое, как в курочке. Не просто кричать? Нет, просто кричишь, управляешь. Поехали. Хорошее начало. Я даже не тренировалась. Давай, по три раза играем, да? Здесь я проиграю, видимо. Шаг зазвенело. А давай сенсити поставим побольше. Ты дышишь. Все он умеет цепляться, оказывается. Так, у мамы 12, слушай, теперь я пробую. Фух. День. Болеешь за папу-то? Не знаю. Подожди. Это сложная игра с курочкой, короче. Целый час ниндзя будет кричать «Кабанга!». О, точно, давай нет, не прием всякий я там, а как в черепашках ниндзя, короче, ты будешь, тебя сегодня будут спрашивать, ты будешь говорить «Кабанга!». Хорошо. День, ну что, прощаемся? Да. Друзья, это был семейный канал, челлендж «Папа vs мамы», «Папа wins». Впереди еще много всего интересного, мы с вами прощаемся. До новых встреч, пока. Пойдем обедать. «Кабанга!».